Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Ritter Play, меня зовут Александр, и сегодня мы поиграем Daydream Forgotten Sorrow. День нов, что ли, как переводится на русский язык? Забытый плач, или забытая печаль, если я правильно перевожу название. В общем, мы начинаем, всем приятного просмотра. Зла утащила, блин. Что мне теперь делать? Ошибись, и что теперь? Ай! Кинуть, может быть, надо. Это труба лежит. Башмак. Что теперь? Ну кинул я как бы. Что? Да уж, игра местами просто умиляет. А, он залазит здесь. Вот оно что, Михалыч. Это псевдо 3D дурацкое. Ну, же как вот это вот раздражает в этой игре? Было бы чисто по прямой. Все по новой еще скажите. Твою мать, вот это вот последняя... А, я живой! Еще...
давай отсюда. Что-то вообще как-то супермиг бой какой-то начался. Ну. Так, блин, прыгнешь слабо, блин. Умрешь, блин, прыгнешь сильно, блин. Под эту попадешь. Ну. Да. Блин, тут в воздухе хочешь вниз, короче, чтоб сразу это присесть, блин. Да, это. В итоге в пространстве не туда уруливает, блин. Ну, блин, как вот это по-конченому сделано, блин? Это дурацкая псевдо 3D, зачем его вообще сделали? Блин, все сейчас вдохновляются этим Dark Souls. Нахер этот, блин, вообще эту игру придумал, блин. Вернее, моду на нее создал. Никто вот ничего своего не придумывает, все пытаются свой Dark Souls, блин, в каждую игру воткнуть, хоть в платформер, хоть куда, блин. Да? Твою мать. Как-то я не понял. Блин, сейчас опять это все проходить, ну блин, ну почему так все покончено? Нафиг здесь две этих еще поставили? Ну, все равно сам прыжок-то по себе такой, с таким этим псевдо 3D очень сложный. Ну, стена опять все сначала, блин. Так, тут надо как-то делает. Ничего не делает, что ли?
Чуть-чуть, блин. Дала мне в храм зайти, блин. Еще задавило бы, и он умер. От него всего можно ждать. Еще какая-то загадка, видимо, да? Что мне надо сделать? И чё? Ничего не понял. Так, что же делать, как же быть? Может, тут еще что-нибудь есть где-нибудь? Залазит. Так, что за хрень? У меня что, две тех таких, что ли? А какую мне надо? Ай-да. Ну, что за херня? Сюда запихнешься. Не знаю, вторую что ли еще подсунуть надо туда же. Ну, уже нельзя. Так, а что тогда? Куда тебя девать? Потому что она поновее как бы. Куда ее поставить? Ладно, поваляйся пока тут. Так, что мне надо сделать? Ну, короче, с этими вот, с рычагом, видимо, что-то играться. Закалиться. А, вон, растворилась. Без себя. Сейчас вот, наверное, надо нам вот вторую туда подсунуть также. Теперь, наверное, нам надо... Блин, хрен знает, что нам надо.
ставится все-таки. Правильно я делаю или нет, ну, будем надеяться. Слишком индюшатинские загадки, блин. Как-то так это делается, судя по всему. Нету конкретно кнопки действия. Загоралось бы что-то. Откуда-то мы дошли. Сюда что ли? Здесь опять какая-то загадка. Как тебя двигать? Можно тебя двигать? Что, наверх надо, что ли? Уже нельзя. Да блядь, твою мать, ну что за фигня? Ну что ты не хочешь поворачивать, я что? Вот. Надо... А, наверное, здесь все-таки это надо сделать. Здесь, в общем-то, не так сложно было. Так.
Это мы приехали. Ну что вообще в этом мире происходит? Ни хера непонятно. Так, в этой-то он, наверное, плавать не умеет. Или умеет? Паровозик он. Паровозик Томас. Ну, давай проверим. Вот плавать. Плавать-то он плавает, только что-то... Как-то это... Будто его коцает, что ли. Тортик, блин. Шарики. Да, и рыба какая-то. Ну, это вроде не хищные рыбки. Что у нас шарики, что ли, все? Надеюсь, у него с воздухом нормально дела. Ну, шарик. Шарик. Он чемпион по плаванию. Так, что это мне дало тут? Что-то нихера мне это не дало. Ой, что он этот? В общем, что-то с шариками надо делать, я так думаю. Просто только что. Так, с ними что-нибудь. А, он их хватать умеет, да. Угу. Ты теперь допрыгнешь? Надо еще, видимо, шаров закинуть под низ. Дощечка что-то, я вообще не понял, зачем нужна. Ой! Чё? Чё вообще? Да блин. С кольцами ничего нельзя сделать. Что происходит? Да блин, ну твою мать, ну... Блин, конченая игра, блин. Опять отсюда, да? В общем, я понял, нам надо вот это кольцо красное дернуть. Начинается пожар, свечка падает. Там быстро-быстро как-то... Честно, ну что за фигня? Ну, блин, а куда дальше-то бежать? Это вообще непонятно. Какая-то синяя фигня. А, вот там лесенка есть. На нее надо. Да блин, ну тут псевдо 3D это дурацкая, блин. Ну, реально так напрягает, блин. Нахер они его вообще такого. Да блин, да что ты? А конечно. Ну, так, ну слов нет.
Хер ли ты не прыгнул, чмо, блин, очкастая? Прообраз разработчика, наверное. Себя рисовал. Хуй же боги. Ну, нафига вот ты везде залазишь, где тебя просят и где тебя не просят. Вот это все как бы, наверное. Ай. В общем, я допрыгнул куда надо. Так, и мы в дерьме. Ну, девчонка, ты эту финюшку-то верни. Конечно, надо дать убеждать. Чё твой? С разгону. Да, блин, он так любит падать и медленно подниматься и залазить так же. До этого столько фейлов, блин. Мы же вроде дружили. Нормально же общались. Что ты начала с женщинами? Опять, наверное, пам. Нет, пам. Нифига, что ли? Так. Может, как-то так, наверное. Насмерть, что ли? Да ладно. Блядь, ботан, сука, очкастый. Прошу прощения за мой французский, но я слов не знаю. Какой он додик, блин. Блин, все по новой. Да ладно. Убегала, а сейчас отдаст просто. Я обиделась, да? Там почти доехали до трамвай, да сейв, этот склеп бы открыли, потом назад в этот трамвайчик бы поставили. И доехали. Конец фильма. Так, это мы
вообще в самом начале игры, что ли? Тина тут да. С вазой, да? Так, в палатку зайти можно? Нет. Больше идти-то некуда. Сюда залез, чтоб разбиться, да? Блин, капец, я умер, да, опять? О боже. Он, блин, капец, блин. Ухан, главный герой, еще с рогами оленями. Олень. Что тут делать, блин? Фиг знает, и что, и куда мне идти? Там, может, ползком как-нибудь? Можно так сделать. Мешок тут у нас. Он нажил, что ли? Или нет? Ай, опять эта дрянь. Ай. Шламло, я сваливаю. Походу в ловушку какую-то нас заманили, блин. Что это? Лучница-то не зря, наверное, это не хотела, блин. Ставили на этом трамвайчике дальше ехать. На поминки Мишки скинуть. Ну, Миша. Ну, Мишу, наверное, эта тьма поглотила, блин. Или что это? Это уже опять какая-то темная сущность, как Алан Вейк. Вообще тема сущности что-то так часто всплывает. Алан Вейк здесь. Миссия невыполнима, там расплата часть первая. Ну, там во второй он тоже будет с сущностью воевать. Понял? Понял, принял. А как тут? Да, блин, вашу мать, вот этот, блин, дешатина меня что-то вообще... Все настроение, вот такие моменты убивают, блин, положительные от игры. Вот надо все, может, цветы тебе это? Нет. Чтобы подлиннее было. Походу так и надо. Ну, кто ж знал, блин. Конечно, ничего не объясните, блин. Если мы так задумали, игрок обязательно должен понять, что у нас там в голове творится. На курсы Ванги пусть ходит там. Тут единственное, кому претензий нет, это режиссер. Ну и художники хорошо поработали. Крутящиеся комнаты были. Ой. Здрасте. Началось Crash Bandicoot. Эту фишку все используют. Ну почти, ну многие. Ай! Ну блин, ну что не прыгнула? Ну твою маму, ну как же так? Трассировка
чекаем, чекаем. Да, вот такие вот эффекты нехитрые, в принципе. Ну, с ними прикольно, конечно, смотрится. Ресурсов жрут немерено, блин. Че, бежал я или нет? Да. А, это в начале же было. Обломись, ручка. Так, часики с секретом. С приветом. Эти энергокубы, что ли, на нас? Помощников-то и не осталось. Миша. Что тут такое? Надо, да? Миша. Ой, еще и джойстик садится. В общем, батарейки поменял, так. Что? А, тут тень закрывает. Надо вот эту, видимо, балку как-то сломать. Как это сделать? Мишка должен смочь. Да твашу мать, ну что такое? Так и все ништяк получилось, блин. Все это ломай. Чего вот в этом плане конченая игра, блин? Мешок приехал. Мешок поехали.
Ух, мышки, блин. Или портнул. Мы опять в дерьме шли. Серьезный менеджер. Один босс, квиточек будет. Концовка, что ли, ребят? Ой, господи, разрабы, я не знаю, там точно курили и ели грибы, поэтому некоторые вещи-то и не доделали. Андрей Михайлов. Как бы так-то я не скажу, игра очень красивая, музыка очень хорошая. Художники, звукорежиссер, ну там этот, кто над звуком работал, хорошо постарались. Ну вот эти зацепления, скрипты, вот эта вся игровая механика, она такая... Очень, ладно, не хочу, конечно, ребята обидеть, но вот это вообще отвратительность, да. Небольшой коллектив, судя по всему, делал, он одни и те же фамилии. В общем, ладно, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр. Такая вот игрушка, в принципе, неплохая. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Будут другие видео по другим играм, стримы и так далее. На этом все. До новых видео. Всем пока. Также на другие мои ресурсы подписывайтесь. Ссылки на них в описании видео, в шапке канала YouTube. На этом все. Всем пока. Что-то еще нам покажут видео. А, так это еще не конец, что ли? Я уже попрощался, блин. А, так это самое начало игры. Игра заново начинается. То есть игра плюс, что ли?
в общем, игра начинается заново, то есть секреты дособирать и так далее. В общем, ладно, как я сказал, всем пока.